Здесь они ехали. Ресторан Хурмо. Ты что там делаешь? Дом политкоторжан. Не свернул. Так. Меняется. Дрёнуть, и он появится. Опа. А где газировка? Чего Путин довел Нижний Новгород. Спиздили последний автовоз газировки. Ты смотри. И халупок нет. Thank you.
не старый. И здесь ехали жвачки. За 15 лет все немного поменялось. А вот дворик и домик с доктором. Десантник. Краска производилась по конкурсу, чувствуется. Вот два долбоеба нарисовано. Вдали бывшая 4-я школа, нынче кадетское училище. Все меняется. Здесь была устроена русско-фиорская бойня. Это практически